Привет. И вы на канале Друзья Ютубер. Сегодня мы снимаем, можно сказать, свой первый влог с друзьями. Да, всем привет, это всем я, Архип. Вы меня уже видели в предыдущих роликах. Да. Это Кирилл. И сейчас мы идем к сливной яме в нашем лесу. Знаете, всем... Она кажется, что это маленький ручеек, но на самом деле она очень глубокая. Поэтому сейчас мы... увидеть Дима дивное, поэтому мы... идем. Сейчас я вам покажу, где мы идем. Покажи Кирилла. Они его еще Кирилл, не... привет. Привет, кстати, Кирюха. Всех привет. С Пасхой. Да, это секрет. Вот мы идем вот по такой вот дороге. Да, там можно еще дальше, но это слишком долго. Мы, наверное, пойдем. Да, поэтому сегодня мы сидели снимать влог в лесу. У нас был недавно... молния была, дождь с молнией, самый настоящий катаклизм. Да, самый настоящий катаклизм у нас был. Поэтому сегодня, ну, когда прошел дождь, я думаю, уже можно сходить на прогулку в лес. Да. Да. Мы пытались... Сегодня я к ним приехал, Архип, я, кстати, тебя тоже приглашаю на майские праздники, когда будут ко мне. Потом я тоже когда-нибудь к тебе приду. Ну, короче, почаще встречаться будем. Ну, короче, еще кое-что. Может быть, сегодня еще заснимем турнир по КД. Да, сегодня, может быть, заснимем турнир по Geometry Dash. И кто... Dash, мне пофиг. Dash, мне пофиг. Короче, сегодня, может быть, мы заснимем турнир. Будем проходить уровни Geometry Dash. Да, от самых легких до... самых хардкорных, типа Bloodbuff'а. Да. Нет. Я представляю, мы даже до 1% не дойдем. Полчаса. 99. Нет, я умру. Снова. Короче, пацаны, начнем запись, когда будем уже ближе хотя бы чуть-чуть. Ну, просто постоянно снимать нас, как мы идем, это как-то не актуально и скучно. Поэтому... Нашли тут такой уголок. Где можно было включить GBL-колонку и просто танцевать. Сейчас покажем, как это буквально выглядит. Вот. Островок, на котором можно потанцевать. Вот, Архип с Кириллом дэнсят тут. Я тоже присоединюсь. А! Эй! Эй! Смотри, пацаны, типа, первое, 2009, становитесь такие, давайте разговаривать. Типа, первое, 2009. Круто, мы сегодня повеселились. 2019. О, я нашел твою обувь. Не... Делаем, делаем вид, что там весело. Все, пойдемте дальше. Все. Скоро увидимся. Пацаны, уже подошли практически к этому месту. Погнали! Маленький ручеек. Вот сейчас Кирилл кинет туда что-нибудь. Сливная яма. Смотри, тут дерьмо плавает. Смотри. Бам. Пацаны, а сейчас, я думаю, можно выходить, поисследовать. Короче, давайте туда пойдем. Давайте туда. Идемте дальше. Да, хотим. Короче, когда будем уже в лесу, я начну запись. Вот. Все, давайте. Вот все, пацаны, мы дошли дальше и нашли мини-водопадик, смотрите. Это все сливная яма. Где много жара. Ага. Смотрите, еще вон туда. Ой, девчонки. Там вообще много всего. Это шоу-контент 18+. Ага. Смотрите. Давно. У нас ноги уже все промокли. Да, пацаны, вот туда. Эй, Архип, у тебя тоже ноги промокли? Ну, это все, короче, ноги промокли. Это уже говно. Все, пацаны, встретимся, когда пойдем дальше. Все, свидос. Пацаны, мы идем уже дальше по тропинке. Смотрите, какая здесь тропинка. Ну вот лес, собственно. На самом деле у нас в лесу природа красивая. Я сегодня приехал к Архипу. И буду теперь приезжать к нему почаще. Здесь круто. Мы покажем еще другие места. Это только первое, что у нас тут есть. Да, мы разные. Смотрите, кстати, мох. Мох. Мох, значит, тут север. Мы на севере, пацаны. Мы тут... Кирилл, а ты знаешь, куда мы идем? Здесь мы. А вот сейчас цвет
советский специально для вас. Смотрите, ребят, вам кажется, что сливные ямы очень безопасные. Но на самом деле это смертельно опасно. Мы закинули палку туда, и вы посмотрите, что с ней произошло. Я просто закинула, чтобы вы понимали. Вот видите, Кирилл еще одну палку бросил. Смотрите, как ее засасывает. Это а очень важно. Это будет никогда не ныряйте сливные ямы. Хоть это маленькое, хоть не маленькое. Это очень опасно. Никогда не занимайтесь этим. Вы посмотрите, там просто ил все затягивает. Да, если вы как видели, я так жестко затянула. Смотрите, какая просто смотрите, большая как... сливная яма. Она пенится, гляньте. Давайте я укол. Шок-контент. 18. Эпилепсия происходит. Видите? Фу, начинает запах нести. Да. Все, пацаны, пойдемте отсюда. А мы вместе с Архипом, это, с Кириллом, это еще один отрыв. Мы добрались до одного еще места, вот мы где. Нас отпустили вообще от них, это просто супер круто. И а вот уже вам? Полное болото. Смотрите, там деревья тонут, все тонет, это просто жопа. Поэтому пойдемте дальше и покажем вы еще. Вы уходите из жопы негра вообще. Да, пойдем еще куда-нибудь, да, пойдемте. И мы добрались до вершины этой горы. И сейчас вам покажем прекрасный вид. Пора бомбочкой. Да, пора туда. Посмотрите, как люди засрали планету. Вот хорошая роща, а теперь Егор обернись. Жопа. Да. Вот там реально хорошая роща. А здесь жопа какая-то. Делает так, что и мир станет лучше. Да, Кирилл? Сливная это яма или березовая роща, все равно, вот это миллион раз уже. Пойдемте. Ну, а мы вышли на поле, где можно устроить привал или устроить пикник. Тут перепрыгни. Где? Хорошо, что тут нет ничего. Стой, тут можно провалить. Вот именно. Вот, стой, тут можно... Смотрите, пацаны, просто какая-то... Красота. Да. Нина Марикарду. Это специально будет выпуск. А сейчас мы вам покажем течение. Это и течение. Это специальный выпуск такой. Да. Выпуск. И самое главное, не идите в болото. Не надо природу портить, плиз. А то получится не, ну, где-то... Даже говно не страшно. Это все равно природный материал. А так? Не, серьезно, это удобрение. А если мусорить? Червь, пацаны. Где? Червь. Где? Вон он. Вон, видишь, белая хрень? Вон, видишь? Нет. Подожди. Сними. Я сейчас не вижу. Кирилл, палец с камерой. Это не червь. Это червь. Это пузырь, который лопнул. Все, пошли. Ладно, пошли. Пошли, сохрани. Закрывай? Да, закрывай. Ну какая? Ай, значит... Мы, значит, добрались до возвышенности. Да, вот там сливная яма. И вот красивый вид. Но вот это вот что? Ай, бомжатник. Вот мусор, именно. Ай, мы, оказывается, всего-то немного прошли. Но уже здесь бомжатник. Не, ну серьезно. Я знаю, мы не на каком-то супер аттракционе, что типа того. Но все равно ощущения, эмоции непередаваемые. Да, круто здесь ходить. Особенно после дождя. Никакой нет жары. Ну, значит, увидимся в следующем кадре. После рекламы. Да, а сейчас мы спустимся вот отсюда. И посмотрим. Чучка! Посмотрим, что там. Посмотрим, что тут. Жопа. Не, ну почему? Обычно это. Ничего такого здесь не вижу. А сейчас я вам покажу саму сливную яму. Пойдем. Вот. Сливная яма сама, вот там она идет. Ну, а это уже окончание серии. Вот и наступило конец. Мы нашли фонтан. Большой такой. Да. И вот что будет, когда он туда палку. А вон прекрасный комнат. Отойдите. Отойдите. Ну все, ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на фигусики. А пока, пока-пока. А пока, пока-пока. Да. Смотри, иди сюда, Егор.